Сегодня у нас пошел уже третий день. Мы очень быстро с утра собрались, потому что знаем, куда что ложить, в какие отделения, отсеки. Вчера, значит, немножко поклевал головы на блесна, на мэпс, на нулевки, на желтые, на беленькие. Ну, сегодня будем продолжать. Вот, ребята, клюнул первый рыб сегодня. О, такой. Так. Маленький. Все, поднимаю. Давай. Молодец. Хряп, хряп, хряп. Вот так. Вот уже этой водички-то чай будет. Запотело все. Только. Во. Как много их. Ребята, у нас сегодня трофей. Вообще прям неожиданный трофей с глубины. Хариус. Такой увесистый, грамм 250-300, наверное, такой. Пожарим. Пожарим. Или даже закоптим, не знаю, еще пока. Красавчик такой прям. Вообще. Отличная рыбка. Отлично. И ткнул жестко, и упирался. Отлично вообще. Красавчик. Красавчик. Красавчик это. Ну, блестенку взял. Давай, цеплю. Давай мы пока в лодку бросим, пока на этом месте плывем тут. Давай. Давай, еще кидай. У меня попался примерно такой же. Хариус. Уже два хариуса сегодня будем кушать. Проходим перекат. Взяли сегодня двух голавликов с собой, двух харузят и одну щеклею пожарить. Сейчас скоро уже будем на лагерь место искать и
разбивать лагерь. Вот рыбка у нас уже пожарена, салатик накрошен, я вот сижу картошечку жарю. Все, сейчас будем до конца варить, жарить картошку, жарим рыбку и все будет просто ништяк. Вот ужин для Алены Владимировны сегодня. Так, мукой его аккуратно все, хоп. Вот так вот, чтобы прожарился он хорошо. Все, сковородочку. Так. А как его положить-то? Как-нибудь вот так вот его. Все. Сковородка плохая, пригорает. Ну, как вот получается, так и жарим. Сковородку зато в следующий раз будем знать, какую брать. Побольше, тонкостенную, с нормальным покрытием антипригарным. Чтобы в случае поимки хорошей рыбы не испортить улов, а нормально его обжарить. Ух. Это, ребята, НЛО. Непонятно. Что за шарик какой-то красный. Выплыл за горы вот там. И светится. Ну все, ребят. НЛО погасло. И реально куда-то погасло просто. И все. И больше нету. Так, ребят, сегодня уже 4-й день. Мы уж не стали снимать, как складывали лагерь, все остальное. Сегодня будем также уже целенаправленно ловить головлей на вертушке. Thank you.
Чё ты, чё ты? Рада, говорю. Рада? Да, мне нравится. Ну и хорошо. Сейчас я как поймаю здорового такого. Леща. Блин. Отмотай просто назад, отмотай. У тебя же она вращается назад. Ну как? Учение. А это вот рыбятники стоят. На удочку, видимо, пытаются поймать хариуса. Вода большая, не знаю, может даже получается у них что-нибудь. А может просто пискарей ловят.
Как тебе пейзаж? Когда было? Наше путешествие подходит к концу. Лично мне все очень понравилось. Понравилась эта рыбалка, головли, которых я ловила впервые. Впервые, да? Да. Ну, несмотря на то, что Владимир говорит о том, что они были не очень крупные, для меня они были особенные. Понятно. Берите с собой своих жен, езжайте сплавляться. Еще не забывайте подписываться на канал. Это обязательное условие. Знаете, почему мы победили этот сплав? Потому что мы банда!